Ушел из жизни российский композитор Оскар Фельдсман. До своего 92-летия он не дожил 2 недели. Оскар Фельдсман был примером для музыкантов. Его песни исполняли лучшие артисты отечественной эстрады – от Утесова до Магомаева и Пьехи. Среди известных композиций, любимых уже не одним поколением, знаменитые «Ландыши» или «На тебе сошелся клином белый свет». А всем ноябрьцам особенно близка песня о нашем городе, которая так и называется «В городе Ноябрьске». Ее исполнила Валентина Толкунова. К слову, сам композитор не раз бывал в нашем городе. Эти кадры 1995 года.